Всем привет! С вами Валя и это F-блог. Жизнь каждого человека делится на несколько периодов, один из которых, конечно же, студенчество. Ночная зубрежка перед экзаменами, первая сессия, мандраж перед новыми учителями, ночные посиделки в общежитии и еще много других не менее ярких моментов. Студенчество накрывает нас головой и кружит в вихре событий. А что же изменилось в вашей жизни с тех пор, как вы стали студентом? На этот вопрос нам ответили студенты ДВФУ. Ну, во-первых, я поступила в вуз, который мечтала. И началась интересная студенческая жизнь. Очень многое изменилось в моей жизни. Ну, с того момента, как я поступил в университет, я стал больше ценить наличие чистой воды в кампусе. Я стал ей наслаждаться, наверное, в полной мере. Вы знаете, вот студент — это уже не ученик, как в школе. То есть тут не нужно обязательно ходить на уроки, не обязательно там делать домашнее задание. Но при этом возникает такое сильное желание это все делать, потому что ты получаешь новые знания, ты учишься, ты такой молодец. После того, как я поступил в ВДУФУ, я понял, что школа и универ — это совсем две разные вещи. Здесь не относятся так, как в школе, с нами не тискаются, и за нами не бегают. И поэтому я стал более ответственным с того времени, как поступил сюда. На самом деле студенческая жизнь меня привлекает, наверное, больше потому, что здесь много интересных людей, много знакомств, красивых девушек, даже так скажем. Я, конечно, ладно, давайте не будем об этом говорить, это слабое звено в моей жизни. Я стала волонтером, буду в студенческой весне участвовать. Появились новые друзья, новые эмоции какие-то. Прежде всего, что я учусь в таком крутом вузе. Стал более ответственным, стало больше времени уделять, например, спорту и прочим культурным препровождениям, потому что для этого есть все возможности. Вообще, мне нравится учиться, мне нравятся преподаватели, потому что обычно, в школе, если то тут можно с ними, например, договориться, они могут войти в твое положение, могут не войти, и ты потом начинаешь искать какие-то новые пути решения проблемы. Так все по-прежнему, только больше позитивных эмоций. Вообще, наверное, больше всего мне нравится именно общежитие. Не студенческая жизнь, а скорее общажная. Это круто, потому что, реально такого раньше не было. И я очень рад, что я поступил сюда, и очень хочу доучиться здесь до конца и получить диплом о высшем образовании, а не уехать в армию через год или через 2 месяца, потому что это очень невозможно. Наверное, каждый слышал хоть раз, что студенчество – самое лучшее, что есть в нашей жизни. Невольно начинаешь думать, что все, ничего лучше с нами не произойдет. Закончим университет и конец веселью. Надеемся, что это не так. Ведь не стоит забывать, что на самом деле наше счастье в наших руках. В душе нужно оставаться всегда молодым, и тогда жизнь будет в радость. А с вами была Валя и это F-блог. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делайте репосты. Всем пока-пока!